С начала года 53 жителя Ноябрьска переболели свиным гриппом. Об этом сообщили сегодня в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Для сравнения, за весь прошлый год был зарегистрирован всего один случай высокопатогенного вируса. В целом по округу за два месяца это заболевание перенесли около 300 человек. Причем в двух случаях грипп привел к летальному исходу. Скончались пожилые мужчины в Губкинском и на Дыме. Что касается простудных заболеваний в целом, то согласно статистике, в округе началась вторая волна эпидемии. За последнюю неделю количество простуженных выросло почти на 1500 человек и превысило 7000. В поликлинику Ноябрьска симптомами простуды и гриппа за это время обратились около 500 человек.